Ненормативная лексика, поэтому 16+, мать твою. Всем привет, меня зовут Артём, вы на канале A Video Games. И сегодня мы продолжаем проходить Resident Evil 2 ремейк. В общем, в предыдущей серии нас сожрал крокодил. Вот. В общем, с этого мы сегодня и начнем. Так, ладно, будем пытаться бегать дальше. Честно, я так и не понял, да, как от него убежать, вот нормально бежал. Уверена, что нам сюда, к сожалению. Это мы уже слышали в прошлый раз. Жди здесь. Я ж супергерой, блядь, из комиксов Марвела. Сейчас я тут, блядь. Вот она тут придет. Ну и что с тобой делать, да? Беги оттуда, Леон, беги, беги, да бегу, блядь, беги. Бегу. Ну еще. Вот что здесь. Нихуя себе, блядь, да вы чё? Народ, вы не пожули, что ли? Куда? И чё, по новой бежать от него? Да вы охуели, что ли, совсем? Блядь, по новой бежать. Ёбаный в рот. Ну а чё там делать-то, блядь? Чё там делать-то? Нихуя себе, блядь, нормально так. Он даже сам спрыгнул, я даже не буду держать. Столбера взял и прыгнул. А может заставку? Заставку можно пропустить? Ничего, каждый раз это смотреть? Пропустить спейс? Не. Сейчас уже не буду пропускать. Так, короче. Рвем от него в бок, потом в другой бок, потом в третий бок, в четвертый бок, блядь. Я понял. Я понял. Беги, бегу. Бегу. Бегу, бегу. Бегу. Он это, ну, типа жирноват, короче, если держаться, тихо, если держаться ближе к краешку. Ну, так, 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 быстро, думаю. Ух ты, ёлк. Все, все, я придумал. Фу. Chew on that, you overgrown son of a bitch. На, жри, переросток, ёбаный. Красавчик, красавчик, мать твою, а. Ни хрена себе, ему башку разорвало. Вообще так разорвало, что вообще ничего нету. Вон там. Хрен знает кишочки. Лёня, говорит, сюда, где-то. О, да. Just get up here. Давай, забирайся, говорит, да забираюсь. Охренеть. Охренеть. Вот это была погода. Вот это было стрёмно. Скажу, спрашивать людей в чудовищ. Людей, а не рептилий. Верно подмечено. Я просто удивлена, что ты еще жив. Я так нормально. Я просто удивлена, что ты еще жив. Да я сам удивлен. Пиздец, как удивлен. Как вообще тут можно было выжить в этом во всем? Лифтик. Лифтик, очередной лифтик. Ненавижу. Так, давай кое-что проясним. Амбрелла продает подобных чудовищ кому? Нашим военным? Или кому-то еще? Они не продают чудовища, они продают вирус, который создают. А за разработку вируса отвечает Аннет. Этот аллигатор был очень опасен, но Аннет куда опаснее. Аннет, значит, еще аллигатор.
И че? Ты че там зависло? Че мы сюда пришли? Что это вообще? Где мы? Что за хрень? Что за хрень? О! Че там так подвисло? Печатная машинка. Главное, машинка есть. А ящика нет, слышь. Ты идешь? Не особо хочет идти. Так, ладно. Ну, давай сохраняться. Все-таки от аллигатора мы свалили. Это уже прям, ну, просто пиздец как раз. Очередная заставка. Что здесь, тиран? Назовите себя. Аннет Биркин. Аннет Биркин. Это ее мы ищем? Времени мало. Нужно избавиться от этого. Мы здесь ради G-вируса. Ничего не выйдет. Не мешайте, доктор. Или что? Эй! Стой! Юля себя подставил. Вы никогда не получите G-вирус. Что-то они с этими G задрали уже. G-мен, блядь, в холле тут G-вирус. Леоня, оставь меня, иди. Останови ее, пока не сбежала. И шо дальше? О, я у здания фабрики, преследую Аннет. Кто-то ей буробит по рации, короче. Раз у него нет цель в гнезде. Получу медальон и запрошу эвакуацию. Да ладно. А мы что, за Аду играем, что ли? Беги-беги, Аннет, но тебе не спрятаться. Так, а что это, Лёня, мы тут, что ли, оставляем? Да ладно. Чё же он тут будет делать-то один? Чё ты тут будешь делать-то, Лёня? Ты же лоховатый. Ты без Ады ничего не можешь. О. Эван, как. Чё это такое-то? Чё это такое-то? У неё что-то из пуза пыталось вылезти, что ли? Фу. Фу, знаешь что. И сбоку бандит. Так, я понял. А чё у нас есть? А у нас пистолет с 9 сраными патронами. Охуительно. Так, не пойдете. Слышь, Лёнь, дай патрон, а? У тебя ж там дохуя их. Дай вообще оружие нормальное. Ты чё, иди, говорит, останови. Чем останови? И чё? Это что, у неё пистолет такой? Визуализатор ЭМП. Используй анализатор МП, чтобы найти провода и взломать электронное оборудование. Правое прицеливание, держи левое, левое прицеливание, взломать. Ну какая хрень. Ну а чё? Оба! Хрена себе. Ни хрена себе. Вот это да. А, все, сюда залезть нельзя, тут и не лезть надо было. Тип питания включил, лифт заработал, так что? Лёня, дай мне оружие свое, дай мне патронов, мать твою, а? И чё? И чё дальше? Дальше-то чё? Кто знает, что делать дальше? Я вот чё-то ни хрена не понял. Ещё что-нибудь надо визуализировать и взломать, нет? Я понял. Я понял. Все. Тут что-нибудь надо визуализировать, да? Ну-ка. 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 Не?
Нет? А куда это граф Пипиркин? Ушла-то я что-то не понял. На лифте? Ты смотри-ка, а что ты делал-то, алё? Гараж. Но. Вон оно как. Всё, сейчас он отвалится нахер. Я так и понял. Какие у него приблуды, смотри, как у Джеймса Бонда, блядь. Легче легкого. Ну, тебе да. А я еле допетрил. Так, ну пошли. Тут кто? Гигантский змей? Это что такое? Фу-фу-фу. Тараканы мадагаскарские, что ли? И здоровые. Вообще здоровые. Слушай. Хватит тут прыгать. Эту шару. Так. Короче. Я понял. Опа. Давай сейчас он закрутится. А теперь мы его раскрутим, чтобы он съебал. Да. Отойдем. Отойдем немножечко. Честно, в старом Резиденте, я, правда, его играл, хер знает когда, но я такого ничего вообще ничего. Зомбяк сидит. А у нас ни ножа, ничего. И Лёля, я говорил, дай нам оружие. А он ничего. Сидит зомбяк. Ну и что, мне визуализатором его, что ли, убивать-то? Смотри. Три патрона осталось. Слышь? Вы что, дураки, что ли? Сентябрьский осмотр. Неделя первая. Направил запрос еще на прошлой неделе, но нам просто необходимо получить новый ID-браслет как можно скорее. Без него нам не добраться до некоторых участков комплекса. Короче, моей команды до сих пор нет доступа к месту проведения работ. Так что пусть кто-нибудь только попробует обвинить нас в том, что мы задерживаем сроки. Мне вот похер на ваши сроки. Мне очень интересно, что мне с тремя патронами делать. Три патрона в пистолете. Это чепушило по-любому, наверное, еще встанет, я так думаю. Наверное, вообще не надо было его убивать, надо было бежать отсюда. Черт возьми. Я понял. Тут опять сейчас надо что-нибудь визуализировать. Не, мимо него бы не пробежать. Короче, от пистолета толку мало. Не один хрен патронный, будем с визуализатором ходить. Вон еще один сидит. Сидеть он сидит, а патроны где взять? Вот где взять патроны? Вот. Вот сидят они, хули толку-то. А может, ты визуализируешь патронов? Не, не хочешь. Зачем? Что произошло? Ну, это я все сделал уже. Тут взломал, там взломал, сям взломал. А, надо было сверху все взломать и бежать отсюда нахер. Ну да. Видимо, лоханулся я, не надо было стрелять. Ну, кто знал-то? Я вот не знал. Я первый раз прохожу. О! Мне дали 12 патрон. Расщедрились, суки. Так, тихо. Чё за звуки? Блин, как хрипел, что ли? Ёбаный в рот. Напугал ты меня как, а? Чмошная морда. Да вы чё, с ума сошли, что ли? А мне ещё думал, шаги как у тирана такие. Ну пиздец, сейчас тут еще от него бегает, как он задрал-то меня уже. А тут нет. Да хватит, еще один. Мать вашу. Чем от вас отстреливаться? Нету ни патронов. Ничего, ни хрена, нигде нету. Вон там, он где-то как-то можно что-то оббежать, да, я так понял.
И куда-то вон туда Сибаса. Сибаса побыстрей. Да. Жирненько. Жирненький. И что дальше? Что дальше? Дверь-то на втором этаже, а лестницы-то нету. Лестницы, чудесницы нет. Ну нет! Да пошел ты в жопу. Нет у меня патрона. Я не знаю. Я не знаю, что мне с вами делать. Козлины вы драные, а? Куда мне надо? Что мне делать? Что мне делать? Куда мне нахер тут бежать? Где взять... Тихо, блядь! Иди в жопу! Отстаньте назад от меня все! Отстань! Да ёб твою мать-то! Вот патрон, патрон, патрон. 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 Чё это такое? Световая граната. Или мне толку от этой световой гранаты вашей? Так, стоп. Стоп. Я понял. Я добежал вот до сюда бы. До сюда бы. Ты кто, чучело? Да сдохни вы ты уже. Падай, блядь. Падай, сука. Молодец. Лучше, чем ничего. Так. И этот сюда идет. Да вас сколько тут? Так, я так понял, мне нужен визуализатор тут, да? Визуализатор. ТД? Ну да, тут до хрена еще можно визуализировать. Только, сука, все это на верхах. На верхах. Как мне попасть наверха? Не спится. Сука. Слушай, какие они тут бессмертные, а? Жесть. Жесть, какие они тут бессмертные. Так, слушай. Тут полазить визуализатором, что ли, что-нибудь попробовать. Что тут можно визуализировать? Вот провод идет. Идет проводка. Куда, блядь, проводка идет? Куда ты идешь, проводка? Может, тут что? Не вставай только, я тебя прошу. Уже тошнит от вас. Только не вставай, жирненький. И чё? И чё? И, блядь, ничего. И тут ничего. Короче, что мне делать? Ну вот второй этаж. Блядь, не вот толк от этого второго этажа. Так, ну вот. Не! Чё-то не то, слушай. Чё-то я, короче, не вкуриваю вообще, что тут происходит. Чё делать? Куда бежать? Тут вот я нашёл какую-то коробку, вот эту вот. Я так понял, её надо запустить, это лифт. Его можно запустить только после того... как мы починим электричество. А электричество, в свою очередь, мы можем починить только сверху, да? Так, стоп, вот тут что? Да ёб ты мать, беги ты уже. Так. Тут тоже делать нехрен, да? То есть вся нижняя проводка, это на лифт. А электричество надо включить где-то сверху.
придумают тоже какую-то хуйню, какой-то визуализатор. И бегает тут теперь. Сделали из Resident Evil Джеймса Бонда. Так. Так. Ну вон, куда-то он туда идет, да? Что-то я не туда, походу, прибег. Вообще куда-то, видимо, не туда прибег. О, господи. О! А, выключил ши? Включили. Блять, как. Теперь мы, наверное, бежим сюда. И, наверное, включаем вот эту вот. Хуйню, да? Нет? Нет. Не бежим сюда и не включаем эту херню. Бежим обратно. Бежим обратно. Типа лифт заработал, что ли? Ёбаная мать, а? Как вы задрали меня. Жирный, я тебя просил не вставать. Мать твою, не вставать, лежать. Все, спи. Спи, заебли. Дайте мне уже свалить отсюда спокойно, а? Вон она, вот она. Вот она. Попалась, блядь. Попалась, говорит. Да что тебе там попалось? Стекло ты хер разобьешь по-любому, да? Ты всегда хорошо бегала, она. Этого у тебя не одни. Что это за коридоры? Что это за хрень такая? Дайте мне патронов, пожалуйста. С шестью, ну шесть, но это не серьезно. А ты упертый, да? Да ладно! Да ладно! Да ладно! Да ладно! Слушай, он меня, ну, прям изрядно подзаебал. Что с ним делать? Что с ним делать, мать твою, а? Что с ним делать-то? Алло. Я понял. Ой, блядь, сейчас он меня... Сохраняется и выключаем. Ну ее нахер. Блядь. Сюда он тоже спрыгнет, нет? Сюда он тоже спрыгнет, нет? Жизни-то нихуя нету.
Че я по нему стрелял? Зачем? Сразу пиздюль я огреб от него. Все равно от него огреб я звездюлей. Так, ладно. Давай пока. Пока с пистолетиком походим. О! Все! Все! Отлично! Мы нашли место сохранения. Вот. Ну давай одним глазиком глянем, что там дальше. Не, ну не ожидал я. Не ожидал я это дерьмо тут увидеть, а. Ну вот прям вот не то, чтобы даже не хотел прям. Не хотел. Я думал, все. Думал, все, мы его увидим где-нибудь в конце игры. Нет, блядь. Нет, блядь. Ну что мы тут дальше делаем? Визуализируемся. Ой, сколько тут дохуя всего-то, смотри, для визуализации. Чё-то дохренища просто всего. Так. Так, а что здесь? Сентябрьский осмотр, неделя 2. Мы наконец-то получили новый браслет, так что можем приступать к осмотру зоны сноса. Не думаю, что недавние сообщения о проблемах с мусоросжигателем серьезный повод для беспокойства. Скорее всего, забился крупным мусором. Как закончу с этим отчетом, пойду туда сам и разберусь, в чем дело. Отлично, иди разбирайся. Ой, блядь, ой, блядь. Не нравится мне это дело. Ну, давай нажмем. Пули нет. Это такой лифтик у нас. Это такой лифтик. О, смотри. Для входа требуется ID-браслет. ID-браслет, сука, для входа. А тут нас что? Вон там ID-браслет. Так, ну давай, знаешь, как сделаем? Еще раз сохранимся и на сегодня закончим, а в следующий раз берем ID-браслет и в целом пробуем пройти туды, очередной раз встретить эту говнину. Так, ладно. На сегодня все. Спасибо огромное за просмотр. Если понравилось мое видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Если еще не подписан, не забудь нажать на колокольчик. Вот, и... Дальше у нас, наверное, на очереди Black Mesa. Хотя, кто знает, может и продолжим Резидента. Что-то мне прям так интересно, что будет дальше. Если тебе тоже интересно, пиши в комментариях. Все, давай, до завтра.